традиционная русская зима. Только что домики стояли деревянненькие в снегу. Еще раз говорю, что вот какой-то некий инсайт, вот какое-то воспоминание детства у меня, которое что-то вот именно впечаталось. Абсолютно вот как такой маленький кусочек кино. Как мы приехали смотреть сад. Я дома буду, сейчас я спрошу, все-таки, куда мы ездили смотреть этот сад конкретно. Там была зима, мне было еще безусловно, я думаю, не больше лет 5, потому что это было до мелиоратора. Мелиоратор появился там, тоже надо узнать когда, но я так полагаю, что, наверное, в году там 91-м, я не знаю. Но я думаю, что где-то мне было, наверное, лет 5, да. И, понимаете, вот... Это была старая такая черная изба. Все было в глубоком снегу. Но там, видимо, что-то было протоптано. Мы, тем не менее, там прошли. Хотя, что-то я сейчас вспоминаю, вроде я там мерил сугробы тоже. Опять же, вот это выражение из детства. Мерить сугробы. Вы понимаете, вот как пахло дымком, какое сияло чистое солнышко, вот этот белый снег и эта черная старая изба. Вот это все вместе. Это, конечно... То, что остается с тобой на всю жизнь, я думаю, что сильно вероятно, что после есть какое-то продолжение. Ну, я думаю, в этом продолжении это тоже останется. Здесь вот великолепные леса вокруг FM Logistics. Ну, а мы с вами движемся в новый быт. Ага, так, подожди, вот у нас, кстати говоря, прекрасный железнодорожный переезд. Вот сейчас бы, конечно, тоже походить по нему, а? Ой, было бы хорошо.